В этой книге говорится именно об афганцах. И уже слышали и говорили, что мы являемся преемником Великой Отечественной войны, которая воспитала нас защитить нашу родину. В Щелковской центральной библиотеке прошла презентация книги «Защитники страны за пределами Отечества». На страницах издания опубликованы воспоминания 58 советских воинов-интернационалистов и участников чеченских кампаний. Каждая история – это не только отдельная страница из жизни человека, но и отдельная страница истории нашего Отечества. Все руководители Московского областного отделения боевого братства – здесь Дмитриев, Воскресенская, Химки, Лосинопетровск, Фрязин, то есть в этой книге все, кто есть руководители и кто участвовал в боевых действиях. В книге можно прочитать реальные истории людей, которые воевали в Афганистане, Вьетнаме, Египте, Танзании, Никарагуа и Анголе. А также в ней можно найти воспоминания участников Первой и Второй чеченских войн. Книга напечатана при помощи Московского союза организаций, участников войн и боевых операций и Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство. Эта военная летопись создана в первую очередь для подрастающего поколения, чтобы помочь воспитывать молодых людях чувство патриотического долга. Как будто не было и нет войны, и мы в объятиях этой тишины. Экземпляры издания «Защитники страны за пределами Отечества» в необходимом количестве будут переданы в школы городского округа Щелково. Также прочесть ее можно будет в местных библиотеках. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.